Привет, друзья! 3 августа 2019 года. В конце марта я снимал ролик о влиянии размера горшка и сроков перевалки рассады на качество и размер рассады. Я там показал пару перцев, которые пережали в развитии, все остальные очень сильно. То есть в конце марта они уже были готовы к высадке в открытый грунт. И мне там задали вопрос, что же я с ними буду делать-то в марте месяце. Я их перевалил в двухлитровый горшок, потом в начале мая я их высадил в ведра, и потом весь май таскал туда-сюда, то в дом, когда обещают холода, то в теплый день на улицу. Ну и результат всех моих манипуляций на сегодняшний день — вот такие острые перцы. Я очень люблю острый перец, их довольно много здесь. Один раз в начале сезона я им дал подкормку нитрофоской, спичный коробок на ведро воды, в ведра я насыпал компост. Ну и вот к концу сезона питание у них закончилось, они уже желтеют. Хотя если сегодня их подкормить, да они еще до морозов дадут еще урожай. Я, наверное, так и сделаю. Перец я ем уже очень давно, не помню, когда мы сорвали первый. Но сейчас я вот соберу вот эти красные, он заново зацветет и мне к осени даст еще один урожай, если, конечно, я его подкормлю. Получилось 33 штучки. Теперь надо что-то выбрать на семена. Наверное, вот это я ставлю на семена. И вот этот. А остальные... Ну, наверное, еще вот этот. А остальные сейчас повесим на ниточку, высушим. И я зимой буду трескать острый перец. А сейчас все мои домочадцы начнут плакать, кричать. Не клади, пожалуйста. Клади себе индивидуально. Никто, кроме меня, особо его не любит. Ну, на этом пока все. Удачных вам урожаев. Спасибо всем, кто смотрит. Задавайте вопрос в комментариях. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.